Ну чё они там дверь не могут открыть, что ли? Господи. Наконец. Боже, Джоди. Накупит, открыл этих. Зови врача, быстро! Ручек в Икее, потом мучаются. Какой смысл в игре? Ну, кино чего? Посмотреть. Интересное. С бомжами на самом деле весело было. Я так немного помашнил, но в целом-то было прикольно же. Уильям Дефо недоволен, что телевизор разбили. Первая ночь. Помимо вас, другие игроки также выбрали эти пути. Вы победили существ, вы стали... вы не стали подслушать разговор Докинса с вашими родителями. Блин, а зря. Я же вылетал из комнаты, но надо было сразу вылететь, как только они вышли. Там наверняка опять этот ублюдок мошнил. Сколько нужно негров, чтобы открыть дверь? Ну, как бы двое. Один ломает ломиком, второй стоит на шухере. Вы разбудили Коула. Ну, окей, далее. 15 минут. Я не знаю, длинная глава сейчас будет или нет, но давайте вот это будет последний. Как раз 5-часовой стрим получится и спать-кать. Ну чё, ребят, вы рады, что в Fallout настал нет, перерыв, новая игра всегда? Да о, господи. Ты чё, без класса иду? Я не поздно обещаю, ну как? Чё, выгоните. Ладно, все, не могу больше. Тихо, успокойся. Успокойся, солистка Токио Хотель, не хочу больше. Надо было ранетку поставить. Я щеколя не заяц. Если что, зови. Да. Ну, неудивительно, что все бомжатником-то закончилось. Правильно? Как бы предпосылки-то вот они. Негр-то рэп любит, наверное. Чуваки, я не могу часто включать музыку, когда играю на PlayStation. Из-за этого приходится каналы переключать, видеокарте. Это занимает по 20 секунд. Потом опять гейм-мод включать. Так что... Я бы с радостью лечение говном подрубил под это, но... Так, нет, Коул. Слишком рано, надо посмотреть все варианты, что у меня здесь есть. Так. Не часто мне доводилось в этой жизни быть эмо-герл, поэтому как бы
Может, всего пару раз от силы, так что надо полностью взять от жизни все. Да сделай ты что-нибудь! Кстати, я даже не знаю, вот надо у Ксюши, наверное, спросить, это Эмма или пидовки, там же разные всякие подвиды бывают, типа. Это Эмма. Эмма? Какая самая марская группа? Русская? Не, ну лучше любую вообще. Пахиохотель. Понятно, значит, я был прав. Или психея. Окей, окей. Так, завтра выходной, да, ребят? Я сижу в заперти! Ну пустите меня погулять хоть разок! Вы сможете прийти пораньше на стрим-то, если что? Ты прости, милая, если я начну там, часа в три. Русская стигмата? Понятно. Ну, Кол. Ну, Кол, ну поазиаси. Будь другом, пожалуйста. Я бы выпустил, потому что я смотрел фильм «Леденец». Лучше а на это отпустить. Мы говорить не будем. Ну, принцесса, я не могу. Не я решаю. Блин, какая же фигура дерьмовая у Эллен Пейдж. Ведь с нее же цифровали. Ну, реально, посмотрите на это бесформенное чудище. Такое же, как это. Другая кумирша школоты, как ее, которая из Кикэса. Как же ее... Да, Хлоя Морец. Почем опиум для народа? Хочу гулять! Ты слышишь, Коул? Выпусти меня! Эй, можешь не орать, Джоди. На мониторе, кстати. У Коула, короче, вот, ну, типа, когда он смотрит, что происходит в этой комнате, просто обратите внимание, у него на мониторе графика 93-го года, то есть... А, ну, хватит, Джоди, ты ничего не добьешься. Ну ладно, дома, я же могу точка. Сюда вылететь. Сейчас я тебе бокс выключу. Эй, Джоди, не шути с Айденом, когда злишься. Если честно, мне неохота хату ломать, но, видимо, дальше просто не пойдет, если я этого не буду делать. Но, честно говоря, у меня особого желания... А, ну, выход. Хватит. Наверное, это все камеры достаточно перебить. Креативно она подошла к оформлению. Остыла? Ты довольна собой? Надеюсь, убирать будешь сама. Хватит, Айден. Хоть все в комнате переломай нахрен, им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. А где телефон? Да. Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ладно. Да, завтра увидимся. Так я не всю мебель сломал, я сломал один шкафец. Наверное, надо камеры все-таки добить, может быть, нет? Нет. Не знаю, но ребенок нехорошо получился. Как-то, ну, блин, я не знаю, я бы на самом деле хотел, чтобы она продолжала сидеть у себя. Ну, видимо, нельзя не выпускать.
Выбор не в этом заключается. Ну ладно. Не очень хочу я этого, но... Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Ты, Коул, мне кажется, не очень. Все это по душе, судя по его взгляду. Просто мне это очень нужно. Ну, раз очень. Давай. Один раз живем, правильно? Молодость, все дела. Если бы я не всегда делал то, что хочу, то... Не оказался бы на Good Game. Так что... Да, я знаю. Все, что не делается, все к лучшему. Да, этот выбор очень сильно повлияет на игру. Мог не сбегать. Да. Ну, поздно уже. Да не, не, я верю, что, наверное, мог. Но еще не поздно повернуть. Я, естественно, сбегать не хочу. Если бы я знал, как не сбежать, что для этого нужно сделать-то, как бы. Я же сразу сказал, что я не хочу никуда идти. Мне надо было в комнате сидеть и ничего не делать 20 минут или чего. Я не хочу, допустим. Сесть на комп и создать тред на 2Ч. Ну, видите, мне не дают назад повернуть. Лечь надо было. Блин. Слушай, ну я ходил по комнате, и там не появлялось круга рядом с кроватью. Либо он был не очень очевиден, либо... Ну, это печально, потому что в данном случае я выбор свой сделал, я не хотел никуда идти. Но у меня не получилось его реализовать, к сожалению. Дерни кабель из плойки и рестарт. Не. Что куришь, не буду рассказывать. Тут типа запрещено курить на стримах. Уже нельзя, видимо. Можно рестарт сделать. Ребята, а если я закрою приложение и открою снова, то что произойдет? Я ведь действительно не переигрывать буду, я все лишь хочу сделать то, что... Главу заново можно. Блин, давайте я, короче, вот так вот сделаю. Посмотрим, где меня засейвило, потому что я... Хотел бы остаться в комнате. Но если сейчас не будет такой возможности, давайте сходим на вечеринку. Да, придется идти. Ну что поделать. Я понимаю, что там можно, ну, типа, с начала главы, но это, на мой взгляд, это сейф-скам, типа. Фиг с ним. Тупанул, так тупанул. Ну, а тут только отчасти тупанул, я не хотел уходить. Можно свалиться будет. Сейчас посмотрим. С другой стороны, нам же интересно, что там на вечеринке, правильно? Типа, если бы я остался в комнате, то мы бы не увидели, что там будет, а там наверняка что-то интересное. Блин, этот криповый негр. На вечеринку привезти с собой зомби-негра, все в восторге будут. Только если там будут триллер ставить Майкла Джексона. Cause this is thriller. Акатим поддержал канал через систему Good Game на 500 рублей. Написал добро пожаловать. Спасибо, братан. Здорово, Коул. За пятихаточку. Джоди, куда это вы на ночь глядя?